Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что смотрите, и в этот рождественский вечер вы с нами онлайн. Андрей Вегеринский на связи прямо сейчас. Андрей, здравствуй и с Рождеством тебя. Александр, здравствуй, с Рождеством в этом году тебя, потому что 2 недели назад у нас тоже было Рождество. Да. Это действительно важно. У нас, господи, как говорится, шелеста и тут, и там показывают. И тут, и там. И слышно, и видно. Друзья, и самое интересное, конечно, что мы традиционно в нашем формате обсуждаем важное, актуальное, злободневное, яркое. Ну, а потом... Потом, да, собственно, как бы обращаемся к вам, наша аудитория, и с вами общаемся в чате трансляции. Поэтому переходите, и там уже можно голосовать. Вопросик, на который, ну честно, меня вдохновил Юрий Луценко. Он вышел в эфир одного из телеканалов и, собственно, в студии разразился математикой Луценко по поводу потерь. Говорит, в месяц потери 30 тысяч. Общие потери там 500 000, в общем, ужас и кошмар, и власти нужно срочно открывать статистику потерь, чтобы люди наконец-то поняли, что это за война, и относились серьезно к своему долгу, ну, то бишь, к мобилизации. Так вот, опрос, который я предлагаю вам, дорогие друзья, в нашем чате трансляции, звучит следующим образом. Как повлияет официальная публикация потерь украинской стороны на мобилизацию? Варианты ответов. Даст новый импульс служить. Все ужаснутся и будут бежать. Будут давить власть договариваться. Или никак не повлияет, цифру обсудят дня два, замнут какими-то новыми событиями, ну и, собственно, как бы на этом все, ничего не изменится. Давай начнем с этого опроса и с этого эпизода, потому что в потоке разных новостей, мне кажется, это очень интересный такой, очень важный выбор. Ну, тем более, если Юрий Витальевич нашел инструменты вдохновить Александра Шелеста. Ни хрена себе! Это серьезно. Прежде чем начать ответ на этот вопрос, у нас еще зрителей немного, чуть-чуть подсоберется. Друзья, мы на Новый год в прямой трансляции не встретились, потому что не добрали. Не добрали чуть-чуть лайков, 1015, ну и на тот момент чуть-чуть не добрали подписчиков на канале Легит. Я вот сейчас смотрю, мне 30 человек осталось до 10 тысяч. И я думаю, к концу эфира мы все-таки этот рубеж преодолеем. Если не на Новый год, то на Рождество. Канал Легит, друзья, канал Александра Шелеста, лайки, комментарии. И я думаю, что в целом мы переходим к опросу. Я не знаю, в какой школе журналистики учился Юрий Витальевич Луценко и кто им преподавал воздействие тех или иных аргументов на массы с точки зрения эмоционального наполнения масс людей. Но мне кажется, что цифры потерь, если они, скажем, превышают те, которые общество примерно уже примерило в себе в голове как допустимые, то оно работает деморализирующе, а не вдохновляюще. Ну, то есть если тебе дают цифру, которые, если я правильно помню, 2022 год, где-то до середины 2023 года, Алексей Николаевич Данилов, нам наш любимый, кстати, стоит отметить, Алексей Николаевич тоже с Рождеством и с Новым годом, дай ему Бог счастья, здоровья. Алексей Николаевич – это Арестович, а Данилов – это Алексей Мечиславович. Мечиславович, ну мы обе, видишь, по Фрейду, ну что я могу сделать? Мы любим и одного, и другого, благодаря этим прекрасным людям у нас есть постоянный повод для встреч и обсуждений величия и новых подходов к конституционализму в нашей стране. Так вот, Алексей Мечиславович совместно с Алексеем Николаевичем в этой части, которая касается потерь, точные цифры не озвучивали, тогда, когда они работали в рамках одной информационной лодки. Сейчас просто они раскачивают ее с разных углов. Ну, такое бывает. Но они говорили о кратности. То есть в наступлении Российская Федерация теряет в 5-6 раз людей больше. В Украине потери не то, что несоизмеримы, там, или даже близко не стоят с потерями Российской Федерации, которые обнародует наш Генштаб, а кратно меньше тоже. Не в 2-3 раза, а в 5-6. Соответственно, люди себе где-то в голове, кто слышал эти тезисы, предполагали, ну да, плюс
Ну, как бы, ну, наверное, если в Российской Федерации там 300, то у нас 5-6 раз меньше, да, ну и, соответственно, ну, может, вместе не все же убитые, тем более есть раненые, есть, ну, скажем, те, просто, кто потеряли, ну, соответственно, способность нести воинскую службу, ну, может, 50, ну, может, 60. Да? А тут выходит Юрий Витальевич и говорит, ничего подобного, в 10 раз больше. То есть, по его подсчетам, если он говорит о полумиллионах, оказывается, в Украине, которая к определенный период времени, кроме наступательной операции этого года, находилась как бы в позиции, ну, наверное, обороняющейся стороны, да, которая имела возможность работать по противнику, который был не готов к наступательной операции и растягивал тылы, выбивали мы их тылы, они не готовы были к применению тех или иных вооружений. Оказывается, что та статистика, которую привел Юрий Витальевич, она превышает статистику, которую Генштаб показывает по потерям врага, да? Ну, то есть, если он говорит полмиллиона, а у нас в табличке там 300, по-моему, это плюс-минус, то, получается, мы потеряли процентов на 40 больше, чем враг. И это воздействует на людей психологически явно не вдохновляюще. Поэтому эффект, о котором он говорит как о следствии обнародования информации, он на самом деле будет обратным. Ну, и не сработают никакие центры дезинформации вместе с их спикерами, которые будут рассказывать о том, что шансов сохраниться и выжить, находясь в вооруженных силах, у вас больше, чем если вы находитесь в тылу. Что Как это бы за у нарратив человека... такой, Андрей? Потому что, ну вот смотри, такой отбарбершопленный заместитель начальника центра дезинформации, ну по борьбе с, по дезин, с дезинформацией при СНБО Украины. В подкасте, ну так, разглагольствуют о том, что действительно, это вот прям посыл такой, вы уклонисты, вы вот думаете, вы побежите в Европу, вы там никому не нужны, а тут когда придут, когда, в общем, придут, да, когда там фронт обрушится, вас тут будут нагибать, как кроликов, вот это все. То есть какая-то странная вообще, странная методичка. Ну, она не странная, она уже какая есть. Понимаешь, ну, во-первых, функционал нужно понимать центра противодействия дезинформации. Да, ну, вы же вроде бы должны не допускать распространения информации, которая вредит обществу или которая является ложной. Но вовремя ее выявлять, не через 3, через 4 дня писать, что, ой, вы знаете, это фейк. Ну, типа тогда, когда это все проживали. Вот вроде вот, вот эта часть. Я не помню, чтобы центр противодействия... Ну, тем более, это еще отдельный вопрос, что это за структура, какие суммы на нее выделяются, какой штат. Это отдельная тема для обсуждения. Но чтобы они были пропагандистами вооруженных сил. Ну, пропагандистами с точки зрения убеждения и рекрутинга. Ну, вообще не та история. Ну, и абсолютно не та история. Это допущение, скажем, провала Украины и проигрыша, при котором Украина становится оккупированной Российской Федерацией. Потому что тот тезис, который озвучил этот человек, я не знаю, он в вооруженных силах или нет, если в вооруженных силах, то это не критика военнослужащего. То, что он Подожди, надел ну эту одежду... что значит ты не... Он одет по форме. Даже Нет, то, что какие-то он одет... звездочки какие-то даже красуются на вот этом погоне, ну, который цепляется. Ну, так тогда еще вопросы возникают. Он прикомандирован с вооруженных сил в Центр противодействия дезинформации? Как Шабунин в НЗК? Ну, как бы тогда вопрос, насколько его мнение может быть авторитетным в части, которая касается вооруженных сил. Поэтому, ну, отдельный вопрос. И я к чему веду, собственно говоря, в этом нарративе. Да, то есть мы, момент, который связан с оккупацией Украины, а как следствием всего того, о чем он говорит, это изнасилование, убийство и кролики, которых тут постреляют, загонят и так дальше, мы же его не рассматриваем как вообще приемлемый или допустимый. Речь об этом не идет. И, грубо говоря, не стоит поддаваться на провокацию человека, который рисует вам два сценария. Либо поход в вооруженные силы, либо быть убитым и изнасилованным в тылу. Ну, может, наоборот, стоит расширить горизонт рассматриваемых вариантов с точки зрения Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны, который является как бы консультационно совещательным органом при президенте, в случае, если есть угроза вот этого сценария оккупации, рассмотреть и предложить президенту
Другие варианты, которые этого не допускают, ну, то есть, чем вы мотивируете людей? Умереть достойно, гордо, ну, или, может быть, не умереть на фронте, либо вот умереть недостойно, как последний крайний человек в тылу. Ну, а есть вариант выжить? Ну, может, такой вариант попробовать? Не выжить, а жить. Такой вариант попробовать поискать. Ну, не работа, ну, это не пропаганда, это не мотивация. То есть, если мы говорим о мотивации, ну, то есть, она может содержать в себе вопросы, которые касаются достоинства, чести, доблести, героизма и так дальше, но в совокупности с другими обстоятельствами, которые могут соответствующего человека склонить в пользу того, что ему стоит вставать под ружье. И тут уже тоже будут абсолютно разные вещи. Не только момент, связанный с долгом обществу или выполнением своего конституционного обязательства. Да, друзья, он должен, он может быть финансовым, да. Да-да, шоу у нас 5000 сейчас онлайн, мы 11 минут в эфире, пожалуйста, поставьте лайки, поднажмите и поднажмите на голосование по поводу обнародования потерь, как повлияет, в принципе, да, на мобилизацию в Украине, это очень интересный, скажем так, разговор, мы будем к нему возвращаться и, как бы, когда вот вы будете, ну, еще больше, да, проголосуют вас, чтобы делать какие-то выводы по поводу аудитории. Очень нравится мне наш чат трансляции, чтобы не сглазить, да, вот это пишут люди, что во время войны правды никто не, ну, вы правды не услышите, правды никто не скажет. Это такая вроде бы прописная истина, аксиома, но все мы забываем о ней. И всячески пытаемся вокруг этой правды, да, вот плясать, потому что пытаемся как-то, ну, сопоставлять какие-то факты, что-то анализировать, а на самом деле где-то человек прав, который так пишет, и это действительно и подходит ко всем, как бы ко всем сторонам. Вот спрашивают, где Луценко воевал, люди, ну, вроде как под Бахмутом дроны запускал, как-то так, да, потом комиссовался. В Николаевской области он был в первый год активной фазы агрессии, да? Он точно был вместе с целым рядом, ну, других известных личностей, по-моему, в Николаевской области. В самом Николаеве или нет, я тут вам не скажу, но кажется так. Давай сейчас еще усилим тему с Луценко или расширим ее. То есть тут нужно понимать, как бы, ну, или попытаться сложить в голове. Я допускаю, что наши зрители смотрят и Портникова периодически. Ходят слухи. Поставьте плюсики, если смотрите Портникова. Мне просто, да, кстати, самому интересно. Кто смотрит Портникова? Я не шучу, кстати. Я к своему удивлению и приятному удивлению, потому что люди с разными позициями. Портников далеко не глупый, просто, ну, как бы, его специфика, его аудитория, она немножко другая. Да? Ну и плюс мы в последовательности его не можем отметить это качество именно последовательность Портникова. Да? Но я что ты недавно его вспомнил на ночь глядя? А сейчас я расскажу. Да подожди, да что? Хорошо вроде сидели. Это чтобы тебе кошмары снились, Саша. Вот ты какой. А еще меня гомофобом называли всякие курбановые. Ничего подобного. Ладно, я тут принимаю эту позицию. А ты-то как? Ты не, ладно, друзья, не торопись пошутили. Принимать. Кто, смотри, ты скажи, плюсики идут. Да. Плюсики, смотри, плюс, плюс, минус. Да, Саша, смотри, есть. Ты видишь? Да, я даже зашел в чат посмотрел. Так вот, я общался с человеком, ну, скажем, идет разговор, а мы там тебя слушали или там видели там-то и там-то. Я так, ну хорошо, уточнил, на каком канале. То есть, ну, канал — это что же один из методов, скажем, понять, ну, в каком направлении человека предпочтение. И мы что-то слово за слово с ним заговорили, говорит, так а в тот вечер, типа, там и Портников выступил. Я такой сижу, говорю, подожди. Я говорю, то есть и вот этот канал, и Портников. Он говорит, да. И я реально ощутил гордость. Потому что сопоставление разных позиций, это на самом деле хороший знак для человека, который пытается анализировать информацию и принимать ее как ту, которая ему импонирует, как и та, которая ему не импонирует. Так вот, я еще вспоминаю Портников. Господин Портников, наверное, где-то неделю назад продвинул тезис о том, что у нас выбор стоит между тот, собственно говоря, о котором мы уже давно говорим, но Портников чуть иначе на него смотрел в 22-м году, так и вся парахоботская братья. То выбор стоит между хреновым и очень хреновым сценарием, где вариант условно заморозки – это хреновый сценарий, вариант очень хреновый – это
то, что мы провалимся. Да? И в рамках этой парадигмы чуть-чуть изменилась информационная линия и тезисы спикеров, ну, которые исторически, скажем, более лояльно относятся к Петру Алексеевичу. И Петр Алексеевич дал новогоднее интервью, в котором вот по вопросам мобилизации, по вопросам там, стратегии и так дальше, он ну, пытался уже выйти из своей радикальной истории, которая была свойственна его президентскому сроку, типа армовир, перемога, та-та-та-та-та. То есть, ну, надо понять общество, надо понимать, что это нарушать нельзя, надо вот это, тут где-то на гибкость. Но главное, что Портников дал посыл части сообщества, которое обрабатывает людей, голосовавших за Петра Алексеевича, в том, что ну, как бы хороший вариант, он вот тут как бы не на носу. А отсутствие плана «Б» в исполнении Кулебы – это вообще катастрофа. Ну, потому что полагаться исключительно на то, что у вас будет помощь всегда не в ограниченном количестве, когда ее нет даже вот в текущем году, который уже… Да, ну что, друзья, у нас суровые зимы. Достаточно, поэтому видите, как бывает такое, что обрывается, собственно, связь. Поэтому я вот выхожу, мы ждем Андрея Вегеринского и, наверное, попробуем продолжить, да, вот так, как говорится, по приборам. Вот видите, моргает экран, Андрей появляется вместе с нами. Андрей, здравствуй еще раз. Вот такая неожиданная пауза. Я же говорил против ночи, вот не надо Портникова вспоминать. Паш, смотри, я пытался, короче, в чат залететь с фразами «сейчас все будет, подождите», но заметил тоже, что люди предположили, что дело все в Портникове. Сразу тебе все желали свободы. Граждане, я вам там писал, но вы так увлеклись, короче, своими обсуждениями, что, походу, не считали. Но такое. Да. Да, мы вернулись. Мы вернулись, друзья. Ну, это такие перебои с электричеством. Странно, если честно, но как бы это… А есть у тебя свет? Ну, это, привет, как бы, знаешь, там вся семья крутит этот крутит велосипед, динамо-машину, да, и вот сейчас как… Тогда мы ускоряемся, да, для того, чтобы у них силы остались. Идем по приборам, в общем, да. Я сейчас быстро закончу мысль для тех, кто еще с нами. Так, Юрий Витальевич двигается в рамках очертания хренового будущего и хреновой действительности. И оно, в силу того, что субъект все-таки когда-то незаконно осужденный или задержанный, я так и до сих пор не понял, когда-то министр, потом генеральный прокурор, потом просто хороший человек, вот, озвучивает подобные тезисы, которые разносятся, которые будут подрекламированы еще каналом, они в целом, ну, как бы, соответствуют общей линии, которую в целом целая совокупность политических сил уже сейчас начала. Ну, тут просто Юлии Владимировны нет своего Юрия Витальевича уже, но она свою тему с планом «Б» еще найдет, с кем развить и на какой площадке, и, я думаю, где появиться на международном уровне с точки зрения интервью. И тоже будет склонять политическое руководство подобными высказываниями к поиску альтернатив. Альтернатив, которые апеллировать которым они будут, исходя из вполне нормального и адекватного аргумента сохранения человеческой жизни. Идем дальше. Да, я понял твою мысль. Давай дальше. Потому что мобилизация приобретает каких-то очень интереснейших форм. Как бы вопрос по профилю по поводу того, что у нас на уходящей неделе было в закрытом режиме в парламенте и как обсуждали этот законопроект, мы сейчас его коснемся. Но я хочу буквально два эпизода с тобой обсудить о мобилизации на земле. Эпизод первый, такой, достаточно яркий. Народный депутат Евгений Шевченко сегодня опубликовал свои эмоции, свою информацию, что жители Белой Церкви ему рассказали, как какого-то парня мобилизовывали, побили, и он в больнице умер. Прошло там несколько часов, эту информацию все подхватили, понесли. Подобная информация про белоцерковский ТЦК уже гуляла в сетях, да, вот на уровне каких-то слухов. Но потом, собственно, все начали массово удалять и говорить, что это все... Ну, мол, вроде как дыма без огня не бывает, но это все неправда, и фейк, и пропаганда, а вот Шевченко там гневный пост, удалив предыдущий, да, гневный пост написал о том, что он как депутат должен реагировать на то, что тревожит людей, обычных граждан. И вот, казалось бы, ну, история исчерпана, да, вот смахивает действительно на какое-то ИПСО,
Ну вот чье оно? Кто у нас ИПСО проводит внутри страны? ГУР, сами признались. Имеет ли Шевченко отношение к ГУР? Непосредственные. Вывод. Ни путем несложных логических рассуждений, где я нигде не ошибся, имею ли я право предложить тебе такой умовывод, что ИПСО проводит ГУР? Легко. Легко. Но это не основная версия следствия. У следствия будут еще дополнительные версии. Но тут надо исходить из тезисов Шевченко. Ну, тех, которые он озвучивает. И видишь, мы вот сейчас перебирали с тобой как бы одну часть политической элиты с их тезисами, направленных вроде бы на поиск варианта Б. Ну, а в случае Шевченко тоже есть аналогия. Ну, он как бы не представитель политической силы, хотя не стоит забывать, что он слуг народа избирался, да? Но у него же в интервью, которое он дает с известнейшим украинским политологом, величайшим человеком, когда-то так ты его представлял, когда он соглашался приходить в эфир, он говорит о том, что в случае войны никто не может объяснить ему, как преодолеть фактор ядерного оружия. Да, ну, то есть, ну, все везде куда-то зашли, чего-то достигли, как быть с ядерным оружием. Ну, и дальше там тема, он готов к Лукашенко ехать, он готов туда ехать, лишь дайте полномочия, дайте мандат, чтобы я понимал, куда я, что я. Ну, и распространяя подобную информацию, как содействует он мобилизации, да? Ну, то есть, какой эффект от обнародования подобной информации? Ну, как бы, пусть люди у нас в комментарии, да, вот, как бы, напишут свои ощущения, вот, когда они читают подобные сообщения. Хотят они сходить в ТЦК? Не хотят они сходить в ТЦК? Ощущают, что к их человеческой жизни относятся с уважением, с достоинством? Ну, или как бывшая там советница Залужного. Какая разница, где умирать? То тут, то там. Все равно финал как бы неизбежен, да? Ну, как бы вот все темы, которые мы с тобой подобрали, обсудили и которые подбираем, они девальвируют значение и просто стоимость человеческой жизни. Вот как мы этими словами разбрасываемся, знаешь, как будто бы она, ну, такая, что ее можно в кредит купить, в лизинг сдать или потом, знаешь, обновить. Ну, то есть как в компьютерной игре. Типа, вот эту забирайте, я следующую себе возьму. Да нет, ну, ребята, она же одна. Ну, вы же никто не помните о предыдущем состоянии своей души, значит, во время до реинкарнации. Да? Ну, наверное, поэтому человеческая жизнь не является одной из базовых ценностей, которую стоит сохранять. Поэтому и ПСО, ну, институционально мы с тобой пришли к выводу, исходя из, скажем, принадлежности господина Шевченко. По глупости это сделано, но я бы подобную информацию не публиковал, ну, на его месте. Понимаешь, кто я, на что, кто на меня подписан, что я источник информации, с которого будет ссылаться. Ну, даже не бывший народный депутат Масейчук, да и тот с какими-то источниками работает. А тут тебе на полном серьезе пишут, что избили, умер от полученных, соответственно, увечий. Это все скрывают. Но кто скрывает? Это система охраны здоровья скрывает. Потому что если человек поступает с признаками физического воздействия и причиненных тяжких телесных повреждений, которые повлекли за собой смерть, они сами звонят по телефону, грубо говоря, 102, выезжайте, потому что у нас сообщение. Плюс по медицинской документации ты не можешь этого не заметить, потому что гематомы и характер их нанесения, характер их выявления, места их нахождения, повреждения внутренних органов во время вскрытия, это все, ну, как бы никуда не девается. Ну, это да, нельзя скрыть. Как бы умер в больнице, это не умер под забором или в лесу. Ну, в том-то, да, и дело, это, как бы, это важный это не момент. Момент, который, понимаешь, там хоть и есть общая инструкция между больницами, условно, да, и правоохранительными органами, которые определяют моменты сообщений, да, для того, чтобы выехать по горячим следам, кто забрал, в каком состоянии, где доставляли, откуда. Но есть еще момент вторичного контроля. То есть, да, ну, плюс все мы люди, в том числе и в медицинских учреждениях. И если человек там, словно, прежде чем скончаться, еще пару слов каких-то сказал. Но я не думаю, что не найдется
акушер, медсестра или лечащий доктор, который эту информацию сохранит в тайне. То есть такая информация стала бы достоянием общественности, если не сейчас, то чуть-чуть попозже. Но не проверяя подобные факты и, скажем, не имея их подтверждения, обнародование подобной информации, оно либо свидетельствует о безответственности человека, что тоже вполне возможно, хотя он как бы позиционирует себя как глубоко ответственный, системный, комплексный человек, который повидал жизнь, мир и так дальше. Но, тем не менее, скандал и сенсацию создал, создал. А то, что потом удалил, это же уже не важно. Слово уже выскочило, да? Мысль сформировалась человека. Не факт, что он второе сообщение прочитает, скажет, не-не, мне, наверное, недостоверная информация, ну, не будем как, брать. Ну... Как отреагировали многие там, да, вот в соцсетях? А, ну понятно. Ну понятно. Позвонили откуда следует, сказали, что это тут такое. И вот начинается, скажем так, что ж ты фраер сдал назад. Друзья, нас 7500, 7600. Спасибо вам большое за то, что, ну, вы смотрите. Да, вот была такая просадка по электричеству, но я надеюсь, что этого не будет. Вот, все будет хорошо. Мы работаем в эфире онлайн. Поднажмите, пожалуйста, на лайки. И канал Легист. Я вот как раз хотел сказать, Саш. Ну скажи ты, а потом я скажу. И канал Легист требует вообще минимальное количество подписок для очень круглой и приятной для Андрея цифры. Андрей, все, десятка есть. Друзья, я вам больше скажу. Цифра достигнута. Теперь нам нужен новый результат. Новый результат, ну, не знаю, насколько вас хватит. Нас сейчас, даст Бог, мы добьем до 10 тысяч. Наш, как бы, ожидаемый Саша результат прямых трансляций. Если 10% из вас перейдет на канал и подпишется, будет восхитительно. Но у нас уже 10 тысяч и 7 зрителей. Кстати, мы благодарны, мы с Сашей благодарны тем, кто во время просадки электричества, у вас было еще тысяч, где-то так, 4,5, кто не ушел. Дождался. Преданность, да. мы к вам с уважением, и вы к нам. Спасибо вам большое. Да, давай, друзья, Саша, жги дальше. Да, друзья, тут пишут уже много там. А, просадка по электричеству. Понятно. Ну, всяко бывает. Ну, все-таки война, морозы, зима, как бы, сами понимаете. Минус 10. Да. Второй эпизод, который я хотел бы обсудить, и он, правда, важный. Он уже вообще не, он как бы о другом. Это ситуация с девушкой в Закарпатье, которая 5 числа записывала видео, где вся в слезах, с ребенком, в машине, одна, мужа забрали на блокпосту и отвезли в какой-то хуст, как она говорила на видео. Причем самое интересное, что, скажем так, она в каком-то селе не понимала, что происходит, и, собственно, как бы об этом записала видео. Чуть позже депутат от «Слуги народа» Мазурашу поднял эту историю, в общем, ну как, джентльмен, мужчина, да еще и облеченный хоть небольшой, но властью, собственно, взялся разбираться и говорит: «Разберусь». Нельзя этого так, ну, допускать. Что это за похищение людей? Ну, конечно, ужас. Что было в соцсетях, девушку, конечно, поддерживали. Но она потом появляется на стулочке, где-то в каком-то кабинетике, и записывает извинения. Извинения перед ВСУ. Никто никого не бил, все было как бы хорошо, все было культурно, а она просто вот так, ну, женщина, эмоции. Поэтому у всех просила прощения. Андрей, это абсолютно новая история, и я почему на ней заостряю внимание? Кто-то, может, уже там отмахнулся и забыл, и проехал. Это абсолютно... Вот этого раньше не было. Чтобы были извинения перед ВСУ из-за конфликта или там жалобу на ТЦКшников, ну, на представителей военкоматов. Это абсолютно какая-то новая, как бы, тема, которая нуждается в проработке и понимании. Так если мы уже вот там поконфликтовав или пожаловавшись на неправомерные действия ТЦК, начинаем записывать видео с извинениями. Я эти видео с извинениями помню, когда кто-то снимал работу ПВО, когда там какие-то там были моменты, да, там кто-то что-то написал в соцсетях или что-то там, какие-то, ну, такие моменты были. Извинялись, все вставали. Сейчас эти видео активно практикуются с извинениями.
в Российской Федерации, там, в Белгороде, например, которые тоже там снимают ПВО, или в Крыму поют украинскую песню. То есть, что это за мода? Что это за... Ну, это разовая история, или мы в начале большого пути? Ну, как по мне, чисто тупой совковый подход. Ну, я тебе на полном серьезе говорю. Постановочные видео в кабинетах, там, на стулах, неважно где, ну, когда они не совсем от души, и видно, что человек, ну, наигранно зачитывает текст, они служат успокоением для тех, кто попросил подобные видео записать. Знаешь, это как когда-то, когда строедела люди выходили, их просили, знаешь, жалоб, претензий не имею. Все, бумажку написал, формально, все чисты, никто никого не трогал, все нормально. И вот это такая же совковая херня, прости меня, я уже просто не могу относиться к ней иначе. Оно и происходит и вот конкретно в этом случае, который ты приводишь. Мне тоже было интересно, ну, по сути. Вот я хочу понять по сути. Мужа забирали или не забирали? Где вообще муж? Простой, нормальный вопрос. Забирали за что? Может, ТЦК забирал, а может, может он совершил преступление, его кто-то задерживал. Да, ну или подозревался в совершении преступления. Тоже может быть. Но извиняется перед ВСУ, значит, перед ТЦК. Значит, не совершал преступление. Ну, теоретически, да? А может, наоборот. Она подумала, что забирали, грубо говоря, ТЦК, а забирали сотрудники правоохранительных органов. И поэтому она зря оклеветала вооруженные силы и поэтому извинила. По сути, мы не знаем ничего, кроме экспозиции, где сидит женщина, непонятно, что происходит с мужем, с ребенком, куда делась эта вся история. Да? Ну, то есть она же эмоционально пережита. И вот она говорит, я прошу прощения. И ты абсолютно прав, потому что ассоциативный ряд у нас возникает в отношении не столько инстасамок и блогеров, жен бывших субъектов, которые распространяли наркотические средства. Это тебе плавный мост в следующую тему. Кстати, я потом посмотрел, очень приятная девушка. И наружность приятная. Творчество не слушал, но наружность приятная. Вот. И в Российской Федерации, где голые вечеринки, где неосторожные высказывания, ну, где Кадыров людей заставляет записывать извинения разного характера перед мусульманами, перед священной книгой. Ну, там по-другому, правда, еще некоторые выбиваются раскаяния. Ну, то есть это форма раскаяния, да, которая приносится публично, но она приводится... Хоть ты и говоришь, я чистосердечно признаюсь, что был неправ, но чистосердечность, она вызывает как минимум сомнения, в каких условиях она достигнута. А самое главное, а зачем ей это было записывать? А в чем она извиняется? Ну, нет, а в том-то... За что извиняется? Раз, да? Клевете? Ну, окей. Ну, тогда надо... Теоретически надо было бы уточнить, уже дорассказывая историю до конца, что произошло с мужем. Этого мы не знаем. Но так раскаивается в чем? В словах, которые использовал. Ну, на тему там беспредел, почему с машины вырывают, почему. Так это эмоции были. Ну, она была искренняя в своих эмоциях. То есть за что каемся? Непонятно. И зачем, что самое главное, это делаем? Ей бы от этого жить тяжелее было, что она не раскаивалась. Ну, как бы могла дома на кухне потом видео записать, сказать, да, извините, я просто погорячилась, типа, ну, сами понимаете, ночь, непонятно, что происходит, мы все разобрались, проблем нет. Оно было бы воспринято с точки зрения естественности лучше. А так это чистая постановка, такая тупая, совковая постановка, которая не подкупает, а только порождает новые вопросы, на которые Мазураш, к сожалению, пока не ответил, может зарегистрировать новый законопроект, не помню, у него там то молитвы, то праздничные дни, то еще какая-то история, ну вот, на тему правильного раскаяния под видеокамеры. Допустимо или недопустимо? Поэтому, к сожалению, у нас какой-то... Вот мы с тобой 40 минут в эфире. У нас набор историй, которые, ну, мягко говоря, не свидетельствуют о плюс-минус даже приемлемой организации общественной жизни с учетом фактора военного положения. Да. И, собственно, мобилизация и новый... законопроект, который сейчас рассматривался несколько дней в комитете, должен же нас приблизить к ясному, понятному, четкому плану
ну, что будет. И что мы увидели, ну, точнее, как увидели, что нам пересказали из этих закрытых заседаний? Нам пересказали, что Залужный приходил, говорил, кем мне воевать. Он был против того, что будут, есть идея, да, призывать зэков, мол, в армии зэки не нужны, это что, наказание какое-то. Мы слышали от Гончаренко, что Минобороны недофинансировано на 36%, причем речь идет о выплатах военным. Ну и, конечно, новая эпопея с увольнением с позиции замглавы комитета Марьяны Безуглой. Вот такое, собственно, шоу получилось из закрытого рассмотрения скандального законопроекта о дикой мобилизации. Почему так? Потому что наша политика – это шоу. Потому что по существу сказать нечего. Потому что подобные характеры высказывания, они подогревают настроение, они подогревают содержательный разговор и знания. И потому что мы все оцениваем вот так. Кто как сказал, каким тоном, кто кричал, кто не кричал, а кто знает, а мой инсайт, а тот не инсайт, а журналистка потом пишет, Юля, говорит, я, когда написала публикацию на НВ, поссорилась сразу с фракцией «Европейская солидарность», потому что они начали узнавать, на кого я работаю. И вот так вот все. Слухи, антураж, экспозиция, а сути ноль. Вот я на полном серьезе, я вот Шумариану читаю с ее постами, где она возмущается, что коллеги у нее не такие. Коллег список дает, пишет о том, что еще коллегам нужно в этот законопроект засунуть. А по сути, было ровно одно высказывание, по-моему, руководителя комитета, который дал там два направления развития ситуации с мобилизацией с точки зрения гражданина, который должен понимать, что с ней происходит. Это или мы возвращаем законопроект на доработку к Кабмину. Это первый правовой путь, который касается законопроекта. Или второй правовой путь. Голосуем в первом чтении и переписываем к чертовой матери ко второму чтению. Что, в принципе, тоже является правовым путем, но только для нас, с точки зрения определенности, не дает ровным счетом ничего. И все это время, пока мы уже, ну, почти без малого месяц, обсуждаем все возможные варианты развития событий, связанных с новым законом мобилизации, те или иные ограничения или те или иные злоупотребления осуществляются на дорогах, на улицах, на границе и в других местах. Без закона. Ну, этого закона. То есть пока не расширена база тех людей, которые подлежат мобилизации, потому что тут действительно нужно поменять закон. Но своеобразное толкование возможностей при пересечении границ, это же без закона происходит. Ну, когда люди пишут о том, что мы тут в ТЦК за справкой пришли, а ТЦК говорит, да мы такие справки не выписываем, идите на госпогранслужбу. Госпогранслужба говорит, а мы без этой справки не выпустим, поменяйте формулировку. Те говорят, а мы не поменяем формулировку. Так человек кто? Если человек уже ходит, он имеет право. Ну, то есть, если он уверен в том, что ему ничего не угрожает, он имеет право. Значит, ваша задача – это право подтвердить соответствующим документом и не ограничивать его. А человека в футболе, говорят, ну, не знаю, ну, хотите, можете на ВЛК сходить. Говорят, так мне и на ВЛК надо, типа, да? И какой образ будущего в части после изменения закона нам формирует подобными историями? Ну, значит, так будет со всеми. Ну, со всеми, кого нужно будет инвентаризировать в рамках новых норм закона. А кого нужно будет инвентаризировать? Тех мужчин призывного возраста. Тех по-новому перегрести, провести через а. электронный учет, б. через ВЛК, перепроверить, переподтвердить вторую и третью группу инвалидности, переподтвердить пригодность или непригодность, все заново. Возможно, кого-то обилетят по второму кругу. Возможно, у кого-то уже нечего билетить, что тоже вполне возможно. Возможно, уже в тех местах, ну, это то, на что рассчитывает государственный аппарат. Я не говорю, кто из политиков, но госаппарат. Возможно, те люди, кто билетили раньше, уже уволились. Ну, типа кумовья, братья. Кого-то уволили, посадили. Уже, значит, не проканает. Ну вот, так и доберем. Но по сути, все то, что касается обсуждения этого законопроекта, оно сводится именно к эмоции, экспозиции и эмоциональной реакции.
а не правовой определенности, которая, в принципе, должна существовать в этой стране. И мне обидно на этот счет. А самое главное обидно, значит, что я на разных эфирах принимаю участие. Значит, все хотят что-то обсудить. Я говорю, вы понимаете, если сути нет, то, ну, может, и не надо это обсуждать, эту тему. Говорю, нет, ну, тот сказал это, тот сказал то. Я говорю, ну, от того, что, ну, условно, политики что-то говорят, да, ну, допустим, что репарации в Украину придут. Вот за 2 года они не пришли. И ты не можешь, ну, или Джонсон сказал когда-то Владимиру Александровичу, да мы тут сейчас. Иди, скажи Джонсону. Ты ж говорил. Он говорит, да, говорил. Ну, видишь, братан, такая ситуация случилась. Не премьер я больше. И долг платежом крафен. Ну, тех, кому я должен, тех прощаю. Ну, вот, собственно говоря, вот так оно и получается. Но ясности нет. Если документ вернут, это уже давай к сути там перейдем. Это лучше, если Кабмин подготовит целостный документ и по второму кругу направит его в Верховную Раду, мы хотя бы будем понимать, каких изменений он претерпел. Если его будут переписывать между первым и вторым чтением, мы вообще никакого понимания о том, что проголосовали, что не проголосовали поправках, иметь не будем. Потому что, там, во-первых, трансляции нет. В лучшем случае нам обнародуют таблицу правок ко второму чтению, которая непонятно, как, какие поправки пройдут. Придется мониторить телеграм-каналы железного депутата, гетманского депутата, других депутатов и пытаться сложить у себя в голове какой-то пазл для того, чтобы понять, что же будет в этом законе на выходе. И это все займет охренительный период времени. Я вот не помню, сколько там тысяч правок или поправок, ну, или страницы документа, о которых Костенко говорил. Там что же сотни? Там реально сотни страниц правок. То есть я думаю, что мы уходим... Вот январь точно – это попытка какого-то создания целостного документа. Ну, с тем, чтобы, может быть, его к февралю принять. Ну, соответственно, пока он вступит в силу, пока его подпишет президент, пока все выступят, пока поблокируют его подписание, это еще если 226 насобирается. Так, смотри, и зимняя военная кампания даст нам понимание того, ну, как она закончилась. Угу. Марьяну попрут? С административной должности попрут. Она всех уже заколебала. Полюбила. Просто это избыточная любовь. Слишком много любви – это плохо. Административная должность – да. А какая там от нее особая ценность? Особо никакой. Ее ценность закончилась тогда, когда она провела расследование по вагнеровцам с правильным отчетом. Все остальное пока выглядит как... Ну, подается, по крайней мере, как вредительство. Ну и, собственно говоря, польза тоже не так, чтобы много. А на тему ее христового похода против Залужного и организации вооруженных сил, ну, она его продолжит. Я вот не совсем понимаю, как она умудряется критиковать вооруженные силы и оставаться лояльной к Министерству обороны. Ну вот хоть убей, не понимаю. Ну, вернее, я понимаю, но как бы я задаю такой риторический вопрос, чтобы наши люди тоже помыслили, да? Она где до того, как стать народным депутатом? Не волонтером где-то была в Министерстве обороны? Ну да. В общем, депутатом останется, критику сохранит, посты, провокации публичные сохранит. Может, на эфиры начнут ходить. Может, пригласишь ее. Но нет. Друзья, кстати, а напишите, кто там не уснул еще у нас в программе, напишите в комментариях, хотели бы вы увидеть интервью Саши и Марьяны Безуглой. Мне аж интересно. То есть, это было... Что ты погрустнел? Нет, я просто, смотри, я все-таки пытаюсь понять, покупать маску за 13 тысяч гривен или не покупать? Разошелся прям мем, разорвал интернет, когда реалистичные силиконовые маски деда покупают, продают на маркетплейсах, мол, надеваешь ее, проходишь мимо ТЦКшников, они тебя видят, что ты дедушка, и не трогают. Или они уже тоже выкупят эту историю и будут теперь к дедам подходить и щупать? Ну, знаешь, когда на улице будут деды все от одной матери, ну, такое впечатление. Такой-то матери, да. Это какой-то будет набор миньонов, короче, знаешь, такой ходить, все плюс-минус одинаковые, только шапки разные.
то, наверное, у них будет какое-то подозрение на этот счет. Поэтому я бы на твоем месте подождал, знаешь, прежде чем покупать. Во-первых, как сформируется спрос, Китай поедет, а там уже будет совсем по-другому. Ты же сможешь выбрать себе немножко другой разрез глаз, сможешь другую пигментацию. А к иностранцу, тем более в почтенном возрасте, подойти вообще страшно. Потому что, ну, международный скандал. И поэтому я думаю, что это первое. По мере того, как спрос все-таки возникнет, появится и предложение, соответственно, цена снизится. А если, по сути, ну а что она даст, эта маска? Перемещение на улицу? Ну смотри, ну это же тоже доходит до какого-то абсурда. А это генерирует власть. То, что мы с тобой обсуждаем, является одной из срезов той или иной социальной сети там, да, или страты. Тут кто-то ищет маску, тут кто-то ждет закон, тут кого-то избивают там-то, тут кто-то себе там, не знаю, кости, ноги ломает, кто-то ищет, женские платья переодевает. Кто-то говорит, что надо показать статистику потерь. Ну, не кажется, ну, это же не единичные случаи. Тут нельзя сказать, что это там 10 человек собрались и где-то вот сидят и сообщения печатают. Да? Не, конечно, может быть, 10 человек максимально творческие, и во главе их именно Юрий Витальевич Луценко, но я тут крайне сомневаюсь. Но это настроение. Это настроение в обществе нужно воспринимать как отражение нутра, с которым власть своими мотивирующими речами на тему умереть с достоинством там или ждать тут, пока вас изнасилуют, ну, как бы не справляется. Эта система мотивации, она не работала как элемент пропаганды, правильной военной пропаганды, ни с госпожой Малер, ни со всеми остальными. И от того, что перед сеансами в кино начинают крутить ролики не самого высокого качества, но и с не совсем хорошим посылом, да, то есть сквозной посылом. От этого общее настроение, ну, скажем, среди людей, оно не так, чтобы меняет. Время не то. 2 года уже прошло. 2 года, ну, без, там, грубо говоря, 1,5 месяцев войны и страданий. И люди действительно уже, ну, как бы, не сказать, что вдохновлены оптимистическими речами, тем более откуда их, от из какой дырки взять оптимистическое ожидание будущего. Ну, просто вот назовите мне политиков наших, ну, тут, давай обобщим, международный уровень. Ну, там просто как не день, то праздник. Ну, тут плохо, и тут не дадим, и тут проблемы, и тут проблемы. И как-то вот даже не вывозят переговорами тему членства в ЕС. Вот они прошли, и ничего не поменялось. Удивительно. Но факт. Хорошо, с какой дырки мы возьмем позитив? Наших политиков. Каких? Какое высказывание? Нет. Ну, так как, а чем человеку вот, наполнять свою жизнь образом светлого, прекрасного будущего? Если не одна из составляющих его информирования на тему там, внешней жизни, мы не говорим о его внутреннем бытии, там, тарифах, стоимости всего, да, мороза, вот светом, который у тебя пропадает. Ну, тут тоже как бы позитива не так, чтобы много. Ну, пусть просто дайте высказывания политиков. Ну, остается разве что смотреть хороших русских. Ну, типа там Пентковских, Фейгиных и так далее. Вот там, у этих есть... Там все плюс-минус нормально, в том числе с монетизацией их YouTube-каналов, встроенными рекламами. Вот там все в порядке. Ну, и в отношении России, как мы уже говорили, они ничего не теряют, а могут только приобрести. Но если они не приобретут, то им в принципе по фонарю. Ну, вот просто им плевать. Вот и все. Ну, поэтому, ну, скажем, ну, можно смотреть часть наших прекрасных спикеров, которые продолжают рассказывать, как бункерный сходит с ума, вот со дня на день все развалится. Что сначала освободят Крым, а потом пойдут освобождать Донбасс. Именно в этой последовательности, не перепутать. Ну да, тут главное просто посмотреть прямую речь президента, чего, я думаю, эти спикеры прекрасные не делали от слова совсем. И правильно понять слова, что такое изолировать,
Крым, и что такое его деоккупировать. Это абсолютно разные понятия. Изолировать – это возможности поставок их ограничить, да, и тут привязка идет к Крымскому мосту как цели. Только цель, которую будем и придется ее поражать своими средствами. Потому что наши партнеры по отношению к Крымскому мосту имеют другое чуть-чуть, ну, видение как инфраструктурного объекта и как к нему относится Российская Федерация. Изолировать с точки зрения возможности обеспечения торгового судноплавства для наших портов в Черном море, да, чтобы, грубо говоря, Черноморский флот Российской Федерации не нес на себе угрозу для там, судов, которые заходят как на отгрузку, так и на разгрузку в отдельные порты в Украине. Это тоже отдельная история. Андрей, но это не деоккупация. Понимаешь, какая история? То есть все как-то так вот обсуждают вот эту победу в Черном море. Кто? Ну, она еще не наступила. Нет, ну мы уже побеждаем в Черном море. Ну, хорошо, там Черноморский флот, да, там увидели новый какой-то большой десантный корабль, да, там со спутников из Новороссийска прибыл в Крым. А, новейший, то есть последний, да, вот как он там оказался, да, вот оказался. А, просто если мы тут с малюками вот этими надводными гоняем там корабли или там ракетами, или там Нептунами, да, вот этими. Ну так, а мы, что делают с нашими кораблями? Да? Сколько, как упала, скажем так, пропускная способность? Насколько вот в тоннах можно посмотреть где-то? Я сегодня просто попалась новость в контексте этого, и почему я, собственно, здесь остановился с тобой, да, вот, и тебя остановил. Румыны дорогу строят. Румыны строят дорогу. Она идет через всю страну от границы с Украиной к их порту, да? И причем, ну, абсолютно открыто говорят, ребята, конечно, строим классную дорогу, чтобы быстро там, да, на скорости через границу зерно там, разные товары, то есть, пожалуйста. Ну, так все правильно. Ну, так получается, что Украина так и будет полуотрезанная от моря. Если это уже настолько такой глобальный большой проект, что мы как бы будем иметь свой порт в Румынии, ну, условно, да, откуда будут отгружаться наши товары и разные. Ну, прям порт нет, я думаю, пару терминалов. Ну, у нас и в Польше есть терминал по приемке топлива. Его, кстати, вот компания, ладно, не буду говорить какая, но купила. Наша сеть АЗС купила. Смотри, я на самом деле почему говорю, что все правильно? Ну, для нас 24-й год – это изоляция Крыма. Ну и так в той интерпретации, которую я говорю, уменьшение рисков возможного использования Черноморского флота в отношении торгового судноплавства в наших портах. Это 24-й год. Значит, в 24-м году куда-то ж плыть товару надо. Ну, не плыть, а ехать. Ну, грубо говоря, на баржах перевозить много не перевезешь. Ну, румыны понимают, что у них как минимум на несколько лет есть обеспеченный спрос на логистику. И строят дорогу. Через Молдову железнодорожные составы через Приднестровье шуруют полный рост. Ну, и будут шуровать. И никто не будет ставить там никакие вопросы на тему того, чья юрисдикция, что, как, непризнанное Приднестровье тоже будут шуровать. То есть мы должны иметь... Мы как страна должны иметь и должны были иметь до войны как минимум дифференцированные способы логистики наших товаров. Для того, чтобы период, пока не было зернового коридора и нам закрыли к чертовой матери сухопутную границу наши друзья-поляки, те не стояли и не куковали с товарами и просирали международный контракт. Это то, чем должна заниматься страна. И то, что делает Румыния, она зарабатывает деньги на транзите украинских товаров. Заинтересованы ли мы в этом? Безусловно. Почему? Да потому что другого горлышка как бы нет. Поляки — это вправо-влево. Ну, нам бы в идеале, чтобы кроме Молдовы и румынов, еще бы туда куда-то и болгаров, и еще бы, в принципе, венгров какую-то дорогу построить. И, в принципе, тогда вот мы бы могли говорить о том, что в случае, если венгры закрываются, едем через Румынию. Если румыны закрываются, едем там через Словакию. Откроются черноморские. Надо же понимать, ну, что инфраструктура портовая в Черном море, она разбита. Мы не знаем, сколько там сохранилось, грубо говоря, терминалов, какая их пропускная способность, какая способность хранилищ, сколько они могут переваливать.
Это тоже вопрос открыт. Сколько судов готовы заходить в наши порта и насколько это безопасно? То есть тут целая совокупность неопределенности, да? И отсутствие сведений. То, что оборот товаров упал, мы можем по статистике за 11 месяцев смотреть. Экспорт зерновых и других культур минус 30%. 30% из-за логистики, из-за потери грузов, из-за захвата части территории и так дальше. По видам транспорта посмотрим годовой отчетности ближе к концу первого квартала. Но пути должны быть разными. А с учетом того, что Черное море является, скажем, еще, ну, не то что спорным, а местом противостояния, и точно так же по отношению к портовой инфраструктуре могут применяться вооружения Российской Федерации, ну, у нас малюки, а у них ракеты или шахеды по портовой инфраструктуре, да? На что мы противопоставляем им, допустим, Нептуны, если корабли подойдут ближе. Но они нам противопоставят еще что-то. Вот в этом балансе и должен функционировать, грубо говоря, акватория Черного моря. То, в принципе, не ведет нас к условиям безопасности. Поэтому мы перемещаем точку кипения чуть дальше, к Крыму, чтобы они там концентрировались свои усилия по охране, обеспечению безопасности и так дальше, чтобы у нас был коридор. То есть это сдержки, сдерживание противника, которое создает. Звонит Эрдоган и говорит: прекращение огня, давайте. Причем самое интересное, что отличаются там релизы турецкой и украинской стороны после созвона Зеленского и президента Турции. Но явно как бы четкие, понятные цели. Говорит, зерновой коридор давайте возобновлять, огонь прекращать. Мы готовы, мы посредники, мы здесь. Зеленский об этом в своем не упоминает. Ну, понятно, Черноморская инициатива, поговорили, встретились, ну, как созвонились, да, и вот, собственно, и все. Пленные, море, а прекращение огня? Не на часе. Ну, вот и все. Ну, то есть, почему расхождение идет? Ну, Эрдоган выписал ту повестку, которую он считает важной. Более того, у Эрдогана был Блинкен. Блинкен, один из пунктов обсуждения, тоже был вопрос Украины. Был вопрос региональной безопасности, в том числе в акватории Черного моря. Выполнение Турции обязательств по НАТО, да, что тоже важно. Возможно, даже пропуск кораблей, которые передала Великобритания Украине для очистки. Но тут Эрдоган будет непоколебим, потому что у него есть с другой стороны балансир, который потребует такого же. Но именно Россия скажет, слышишь, тоже кого-то там из арктического флота пропусти каких-то пару кораблей. Пожалуйста, будь добр. Ну, а Украина говорит, что не час для переговоров и не час для прекращения огня. Ну, все. Поэтому на уровне официальной риторики Эрдоган всегда открыт как площадка для коммуникации. Тем более он ощущает, что с момента прекращения зернового коридора он статус посредника потерял. Ну, эффективного посредника, о котором можно говорить. Может быть, то, что разблокировался обмен военнопленными, потому что одна из версий, почему так долго не получалось обменять военнопленных, это то, что были нарушены условия пребывания защитников Азовстали на территории Турции. И, соответственно, как бы вот то, что этот процесс разблокировал, произошел обмен перед Новым годом, ну, короче, недавно. Да, свидетельствует о том, что Турция готова брать там на себя новые обязательства и перед Россией, и перед Украиной. Ну, то есть восстановлен диалог. Может быть такой вариант. Все может быть. Но, опять же таки, если мы не отвечаем взаимностью публичной риторики, не говорим о том, что услышали и отправляем делегацию для чего-то там, ну, значит, мы остаемся в парадигме, что турецкие суда заходят в наши порта, плюс-минус безопасно берут товар, перерабатывают его в своих портах и фасуют, упаковывают и шуруют в Европу. Так турков тоже устроят. Причем, кстати, вот мы с Еной делали на канале на Легистке видеоразбор. Это политика Российской Федерации в отношении мирового большинства. И Турция, там приводится, в принципе, как эталонный пример. Ты, главное, расскажи, что такое мировое большинство в вашем понимании. О, так вот, не в нашем понимании, это в их понимании. А мы разбирали их понимание. Мировое большинство – это
не антизапад, что крайне важно. Это часть стран Азии, Ближнего Востока, это часть стран Южной Америки, это Африка. Короче, все то, где Россия видит партнеров по своим внешним политическим интересам и сотрудничеству на ближайших 25, примерно 25 лет. И где будет находиться центр ее международного позиционирования. Так вот, о Турции, чтобы я далеко не уходил. Захотите, зайдите на канал, там первая часть есть, первое видео. А Турция, говорят, Турция вполне конструктивные отношения. Что не мешает Турции поставлять вооружение Украине? То есть Турция, ей удается определяющей для своей внешней политики делать такое понятие, как интерес, и это понятие Российскую Федерацию устраивает. И такие отношения они с Турцией готовы поддерживать. Где есть, где существует баланс интересов? Баланс интересов России, баланс интересов Турции, и стороны уважают и не переходят границы, которые являются для другой стороны важными. И вот турки, имея вот именно такое, ну, такую свою роль и выполняя такую роль, в том числе транзитную роль по экономике, по параллельному импорту для Российской Федерации, логистического хаба, инвестиционного хаба, но президента, который избран в прошлом году и имеет спокойно, ну, спокойных несколько лет без необходимости политического подтверждения своей легитимности со стороны народа, они могут быть площадкой для переговорного процесса. В том числе они являются субъектом, который обеспечит региональную безопасность и целый ряд вопросов, которые на них завязаны на Ближнем Востоке. Но предложения со стороны Турции были в Стамбуле в начале активной фазы войны и вторжения. Ну, они принимали уже переговорную группу. Ну а сейчас мы не ищем места для переговоров. Ну, по крайней мере, официальная власть нас об этом не говорит. Ну, официально не говорит, а там посмотрим, как на самом деле. Друзья, ой, голосуйте. Я не помню, у тебя в эфире кто-то говорил о том, что Абрамович куда-то то ли в Швейцарию полетел, то ли еще куда-то полетел. В Москву, да, полетел. В Москву, в Турцию. Нет. Ну, вот потом обмен случился. Поэтому... А, так ты, да. Ждал, ты ждал от меня Абрамовича? Я не знаю его перемещения. Я жду от вас, дорогие друзья, которые смотрят прямо сейчас нас в количестве почти 12 тысяч человек, голосование в чате трансляции. Там вопрос, как повлияет опубликование потерь официальных со стороны Украины на украинскую же мобилизацию. Четыре варианта ответа. Голосуйте за тот, который считаете правильным. Буквально еще пара вопросов и перейдем к вашим, скажем так, вопросам из чата трансляции. Андрей, Соединенные Штаты Америки. С Трампом, ну там просто, ну там, чехарда какая-то. Да, там вот происходит неимоверная, как бы, история. Мы-то, неделя, которая вот будет, мы же на нее смотрим, да, и как на такую, которая, а вдруг там обломится чего? Наконец-то эти конгрессмены повозвращаются и будут заниматься там... И граница, и Украина, и Израилем, и что-то вот, может быть, выделят все-таки наконец-то. А они говорят, что мы там, конечно, чего-то выделим, и работу правительства не остановим, но проблемы, проблемы. И вот этот скандал с допустят Трампа, не допустят к выборам, а уже говорят, что а мы тогда по такому же принципу в нескольких двух штатах Байдена заблокируем, не позволим ему баллотироваться. То есть там... абсолютно другая, как бы, полемика и дискуссии, и абсолютно другая повестка. Такое ощущение складывается. Соединенные Штаты Америки все-таки, ну, вспомнят об Украине на следующей неделе? Смотри, в душе каждого демократа и республиканца есть кусочек Украины, когда он просыпается, когда он идет ко сну и провозглашает свою вечернюю молитву. Это несомненно. Они все помнят, все сопереживают и поддерживают Украину. Но где-то среди них есть вот эта скотина, которая никак не хочет внести законопроект и за него проголосовать. Алчность, жадность и политическая конкуренция, а главное, эта скотина называется власть. Борьба за власть – это ключевой мотив, который эту поддержку Украины и мысли об Украине отводят на второй план. Помнят, Саша. Ну, вспомнят и... 20 числа, по-моему, шатдаун очередной, да, приближается? По-моему, да.
Ну, поэтому вот они подходят к очередному, к необходимости принятия закона о бюджете, ну, законе о их бюджете на следующий год, которого осталось уже не так много месяцев, 8,5, а его все нет. И где-то там, между прочим, вспомнят еще и Украину и мигрантов, а главное, как говорит уже господин Джонсон, вспомнят, так а какие же цели мы возлагаем на финансовую поддержку, которую оказываем Украине с точки зрения наших интересов в Соединенных Штатах. И зайдут сейчас на новый виток диалогов, обсуждений и поиска компромиссов, взаимных уступок. Уступки ждут от демократов. Ну, республиканцы ждут уступок от демократов. Демократы уже использовали все, по-моему, средства и нарративы, которые у них есть. И Путин нападет, и ракетный удар демонстрирует, что поддерживать надо. А Маск наркоман. Это вообще просто. Я был в шоке, когда Wall Street Journal это опубликовало. Потому что я понимаю, что это ну, в этой же игре между респами и демами. То есть это ну, слишком выпячивается, как бы Маск. Надо его как бы за хвост и присадить немножко к земле, к земле. Взяли, ну, Дискредитация. взяли и Знаешь, как... расписали о том, что употреблял. Когда? Как? Ну, во-первых, часть наркотиков он употреблял в прямом эфире, и он этого не скрывал. А части он даже писал, как у него рождаются гениальные мысли. Когда-то о Цукерберге, по-моему, тоже даже писали. Там была публикация тоже в прошлом году. Там три лидера вот этих технологических гигантов, и они ко всех писали, у кого какие предпочтения. У кого вино, у кого грибы, у кого марихуана, кого-то что потяжелее. Так что Маска вспоминает второй раз, но там хотя бы их разбавляли, как бы там был и Цукер, там, по-моему, и Безос был, и еще кто-то. Ну, как бы, знаешь, вот, на фоне всей компании. Смотрите, у нас все миллиардеры, творческие люди, немного наркоманы. Люди могли понять неправильно. Ну, потому что, ну, как бы, если те, кто имеет такое состояние, достигли их и продолжают употреблять, то, наверное, бедность не из-за употребления. Американцы же могут податься на такой маркетинг, как бы, и тут увидим другую проблему. Когда китаец приезжает, ему говорят, слушай, перестань химию сюда отправлять, а то у нас все наркоманами стали. Вы же просто неправильно с информопропагандой работаете. А тут адресный материал, воскресный день, когда все американцы в церковь, вам говорят, все, SpaceX не летает, этот, как его, средства связи тоже не покупайте, Cybertruck не покупайте, Теслу тоже не покупайте, потому что что? Наркоман. Самое интересное, И... что данное издание свидетельствует, что с 18 по 21 год Маск посетил в том числе несколько вечеринок, участники которых, внимание, о ужас, сдают телефоны и подписывают договоры о неразглашении. Что ж они там делают-то так? Что и телефоны, и не снять, и не рассказать никому? Ой, да ладно. А Оргии делают. Что они делают? Wall Street Journal знает. Да, что пишут, что говорят? Ну, в общем, говорят, употреблял, говорят, да. Друзья, Употреблял? употреблял. Это все? А можно подумать, там оргии проходят без употребления. Слушай, это еще... знаешь как? Сейчас закончу. Вот смотри. Вот реакция украинского общества и американского общества на подобного характера публикации. Вот выйдет у нас материал, в котором написали бы, что часть наших олигархов вместе с политиками ходят на вечеринки, где сдают телефоны, употребляют, занимаются прелюбодеянием, скорее всего. Причем неизвестно только с девушками, ну только с противоположным полом или, может быть, еще и с таким полом. У нас бы на следующий день плюс-минус революция бы началась. Ну, Да все бы ну, сказали, успокойся. такие... Что успокоиться? Ну, какая революция? Ну, о чем-то? Ну, кому... Нет, так... а там даже призывов нет Теслу продать. Понимаешь? Вот никаких призывов отказаться от продукции, сказать, не покупайте, или не читайте Твиттер, или еще что-то. Нет. Ну, да, тогда вот разница между свободным обществом и несвободным обществом. Если формально ничего не нарушил,
Ну, свобода совести есть, есть. Свобода поступать своим телом, как хочется, есть, есть. Но потом будут у тебя обвинения в том, что ты там домогался кого-то больше, чем позволяет договор о неразглашении. Ну, будешь в суде доказывать, что не олень. Если что, будешь как Руди Джулиани, банкротом себя объявишь, скажешь, слушайте, ну, накопил я долгов миллионов на 200. Ну, ради бога, взять с меня нечего. А у нас уже бы был скандал, позорисько, заслухати, комітет з етики, Ну комітет да. всього, з 5-го, 10-го. Да, друзья, Короче, 12 Ілон Маск тысяч нас молодець. плюс. 12 тысяч плюс. Спасибо за то, что ставите лайки. Пожалуйста, продолжайте это делать. Очень важно, чтобы вы ставили лайк. Давайте подведем итоги голосования. Как повлияет официальная публикация потерь украинской стороны на мобилизацию? 4% считает, что даст новый импульс служить. Ну, то есть все увидят, обалдеют, скажут, ах ты, и пойдут как бы дальше воевать с особым остервенением, ну, мотивацией, да, имеется в виду, месть и все такое. 28% никак, цифру обсудят за 2 дня и все. И, внимание, редкость для наших голосований, 28% будут давить на власть, договариваться. И 40% все ужаснутся и будут бежать. Вот такое у нас интересное голосование. Причем, ну, мы его завершаем. Причем самое вот такое поразительное, что я в контексте этого, ну, хочу, чтобы ты прокомментировал, и ответил мне на очень простой вопрос. Так паспорта у мужиков 18-60 будут аннулировать заграничные, документами на выезд заменят? Или это так, как бы вбросили, потом сказали, что это фейк, ГП-документ, и, соответственно, все разошлись. Что бы ты Так, ответил на отвечая на это? твой вопрос, документ, как паспорт гражданина Украины для выезда за границу является собственностью Украины. Правильно? Да. Правильно. Соответственно, государство может. Это раз. Второе. Государство его выдавая указывает срок. Аннулироваться он может когда? Ну, тогда, когда либо правовые отношения с гражданином прекращены, либо когда закончился срок. Ну, он вышел и не является документом. Все, будь, пожалуйста, добр, иди к государству, попроси у государства собственность в виде паспорта новую получить. Те остальные варианты, которые называются, вот сейчас мы возьмем и все аннулируем, ну, нужно понимать основания. Если это не срок, и если это там не вопросы, связанные с твоим привлечением какой-то ответственности, которые, ну, помещают тебя в места, в которые при посещении которых ты должен сдать свои документы, нужно объяснить правовые последствия. Ну, и правовые основания для их применения. Если их нет, это вброс. Но с другой стороны, что с самой важной стороны, а нахрена мужикам паспорт для выезда за границу? В стране, в которой мужики за границу не выезжают. В силу правового режима военного положения. Если эта история затягивается, так у нас у всех сроки закончатся. Ну, у меня, по-моему, через пару лет заканчивается срок. Я могу, конечно, пойти его обновить, но вопрос в том, а что я с ним делать буду? Ну вот куда я поеду? Я слышал тезис на тему, а вот с таким документом нельзя будет стать этим беженцем в другой стране. Ну такие истории тоже ходят. Ну слушайте, если человек незаконно пересекает границу, незаконно, ну, вплавь, брод, пешком, еще как-то. Он туда придет с национальным паспортом, который у него есть, и точно который не аннулирует, и скажет: смотрите, я убегаю от войны. Я нуждаюсь в убежище. И скажет: окей, понятно. Страна резидентства Украина. От чего бежишь? Война. Война продолжается? Продолжается. Программа работает? Работает. На тебе аусвайс, перемещайся по территории ЕС, спокойно, без границ, вот туда, пожалуйста, зарегистрируйся, пойди там, сдай какие-то тесты, социализируйся. Зачем вам здесь, в каком из этих пунктов нужен паспорт гражданина Украины для выезда за границу? А на тему вопросов, короче, поэтому такого решения массового и одинаково не применят, потому что есть целая совокупность людей за границей, которые пользуются паспортом, есть совокупность людей, которые имеют возможность выезда за границу. Сколько там? У нас несколько сотен тысяч людей выезжают и возвращаются в Украину. Среди них есть бизнесмены, среди них есть бывшие чиновники, действующие чиновники, среди них есть люди, которые вышли на пенсию не по возрасту, а по другим обстоятельствам. Поэтому взять и сказать: «Эй,
давайте шашкой все рубанем, а там разбираемся. Ну, как бы так вроде просто, но смысла просто в этом нет. На тему вопроса, мне кажется, ну, как бы оно ожидаемо, какой результат будет иметь самую большую поддержку людей. Да? Ну, но в целом мы же говорим о том, что у нас плюс-минус 70% людей говорят о том, что подобные высказывания не будут иметь тот эффект, который озвучивал Юрий Витальевич, что все побегут к банкам. И он, 4%, да. поверь мне, это тоже понимает. Что Да. возвращает нас к мысли, что люди разделяют наши с тобой мысли в этом эфире. Мы вам очень признательны. Да, спасибо, спасибо, друзья. Пишите свои вопросы для Андрея. Будет у нас короткий блиц, традиционный для наших прямых эфиров. Ну, а я вдогонку хотел, конечно, там пошутить, похохмить по поводу Йоко, главы Министерства иностранных дел Японии, которая 37 миллионов привезла. Там, помочь Украине от Японии. Ну а что тут шутить? Привезли хоть что-то и хорошо. Да. Кличко сегодня прославился. 750 квадратов дом в Гамбурге. 5,5 миллионов евро стоит. В декларации об этом у самого же Кличко сообщили. Причем достался он Кличко от компании брата Владимира в виде погашения задолженности. Не в денежном выражении. Ну, как-то так, такая формулировка. Андрей, а вот на эту тему я хотел бы тоже услышать твои мысли. Ну, понятно, Кличко, декларация, там вот появился доступ к декларациям, да, там брат, там как-то передали через контору, ну, через фирму. Меня другое интересует. Когда людей ловят на блокпостах, там ловят, когда они вплавь бегут, пытаясь там, как этот парень из Ру, ну, в Румынию, который через Тису плыл, облетело интернет, просто там, бешеное количество просмотров, где его румыны там обогрели, вещи посушили и, собственно, ну, как бы, да, вот приняли, да, его Приютили, приютили, приютили. да, обогрели, обобрали, обогрели, да, вот как в новогоднем, уже запрещенном фильме. Смотри, а в декларациях у мэров, у других-то, это только первая ласточка. И то потому, что там дали в щелочку посмотреть, наверное, на этот дом и этот пункт в его декларации. А там же у всех у них, они пухнут, они цветут, они, причем за бугром. И они вот, они обязаны вносить это в декларацию. Как тебе такой повод встать и защищать родину? Потому что лучше в таком... В такой ситуации, конечно, быть в ВСУ, а не уклонистом. Не, мені, во-первых, я горд за прозорість. Демократія вимагає прозорості. Тому надо сказати спасибо Шабунину. Якщо б не он, то хрен би ми узнали в этих заграничних владеннях мера Кличко. Спасибо, Віталій Патькович Шабунін. Можете внести в раздел на Центре противодействия коррупции, что благодаря вам теперь мы знаем, что у Кличко есть деньги. Не может быть. Не может этого быть. Более того, мы знаем, что у него брата, который не является чиновником, есть за границей предприятие. Промоутерское, скорее всего. Более того, мы даже знаем, что предприятия могут владеть недвижимостью. О, Боже. И более того, теперь мы знаем, что эти предприятия в счет погашения долга могут эту недвижимость отписывать тем, кто им раньше одолжил, либо сделал взнос, как учредитель этого предприятия. Поэтому мы знаем, в принципе, все то, что знает цивилизованный мир, что не является преступлением, но с точки зрения нашего бедного несчастного общества, это возмутительно быть богатым в бедном обществе, даже если тебя ради этого богатства били по морде несколько десятилетий. И эти же люди тебе аплодировали, когда ты был владельцем титула WBC. Так, И подожди. эта тема не... Что подожди? Не-не-не. Ты подвел, я Ты тебе ответил. так нас не проведешь всех здесь, тебя слушающих. А Так пускай берет и, обновив данные в ТЦК, защищает свое заграничное имущество.
Почему Типа вступит вооруженные силы ФРН? бедный должен защищать имущество богатого? Ну, как ты считаешь, Лешко богатый человек? Я без Или бедный? понятия. А что ты без понятия? Он миллионер, Абсолютно. он в лотерею выигрывал несколько раз. Я не шучу. Ты просто не помнишь. Он же ж лотерею выиграл, как-то задекларировал несколько миллионов. Вот богатый человек, тоже пару домов под Киевом. Футбольная форма Шахтера каждый раз новая у него есть. Не знаю, как она, дорого денег стоит. Служит. Он в ТикТоке два или три ролика с Подобдеевки, где-то один с гранатой, другой с каким-то домашним животным. Служит, служит. Ну, наверное, вот Арти Грин, который у тебя выступает, да, тоже на канале, ну, вот он говорит, что у него есть бизнес. Ну, наверное, тоже, ну, все зависит, конечно, от того, о каких размерах богатства мы говорим, но я думаю, тоже, наверное, не бедный человек. Поэтому у меня есть несколько знакомых, которые, ну, состоятельные люди, которые, я не скажу, что они служат непосредственно в окопе, но они служат вооруженных сил. И мало того, что служат, их бизнес еще и финансирует в том числе определенные расходы, связанные с волонтерством. Поэтому я не считаю, что стоит под одну гребенку это все грести. Плюс у него есть другая функция. Он избранный мэр. Зачем в законе когда-то написали, что избранные мэры, ну или, скажем, главы органов местного самоуправления не подлежат мобилизации? Ну, наверное, у них функционал какой-то другой, связанные с жизнедеятельностью того населенного пункта, который их избрал. Ну, потому что в такой логике, которой я считаю, что она исключительно неправильная, знаешь, это, в принципе, что-то похожее было бы на феодальные войны, когда идет сюзерен, ведет за собой армию, собирает всех подданных и во главе войска движется на армию противника. То есть у нас где-то в голове, я так понял, такой образ войны, но только время мы чуть-чуть пропустили. Оно, ну, там, условно, какой период вы не возьмете, где-то плюс-минус 12. Ну да, я думаю, в принципе, до 18. Да. Где-то с 12, с 8 по 18 век оно такое что-то было, ну и чуть-чуть раньше. Но, а после этого все немного поменялось. И больше так не воюют. Не Да. слышали? Не слышали, что Байден вел армию на Афганистан? Ну, или Обама? Или, может, Буш вторгался куда-то верхом на истребителе? Там Путин на истребителях только где-то летает, но как бы вот вроде сам не вторгался в Украину. Ну, непосредственно, лично. Не Ну, ехал в смотри, первой ты шеренге. прекрасно понял смысл моего вопроса, просто Да не захотел, понял, я не хочу. просто не захотел отвечать, понимаешь? Потому Конечно, что, не захотел, не ну, захотел. потому Я на эти что, ну, провокации не поддаюсь. ну как, подожди, провокация. Это, ну, Кабмин говорит, платишь налогов нормально, в порядке, бронь тебе. Если там получаешь 3 копейки, пашешь работягой на заводе, и шуруй, зачем тебе бронь? Во-первых, Кабмин так не говорит. Это раз. Это неподтвержденные источники. Во-вторых, последний раз такая херня, ну, такая практика, где там налоги и замещение, по-моему, так заступництво, по-моему, так называлась эта история, было в Франции 1800 где-то 50-х, 60-х годах, когда тоже был, и же там как-то было комбо, был и жребий, что мобилизация по жребию была, вне зависимости от того, бедный, богатый. Ну, вроде это идея Милованова. А потом у богатых была возможность взять кого-то, за кого, кому они платили деньги, и он шел в армию вместо этого человека. И это не считалось ни признаком трусости. Ну, есть возможность, есть. Пожалуйста, пошел, прослужил. Но опять же, другие отношения, монархия, это как раз, по-моему, период Наполеона II, племянника Наполеона I. Красиво Это звучит в описании времени, в том государстве, в котором сейчас живет и превращается Украина. Время Наполеона II. А я первый тебе где больше был? скажу. А первый где был? Ну, Первого уже не было, да. первый Более нет, того, это... первый был в кино, да. Да, в кино о нем тоже говорили. И более того, это была, по-моему, подготовка к Крымской войне. Так что символизмы соблюдены.
Да, друзья, всем большое спасибо, что ставите лайки, что смотрите. Переходим к вашим вопросам. Пишите, пожалуйста. Значит, прозвучало несколько взрывов очень мощных в Харькове. Вот в эти минуты мы в прямом эфире работаем. И шахеды летели там по Николаевской, Херсонской области. Сейчас свернули на область Одесскую. Это вот из того, что важно. Ну и в чате трансляции кто-то писал... писал кто-то, что взрыв, поэтому, ребята, держитесь, берегите себя и друг друга, и беспокойтесь, да, о безопасности, это очень важно. Вопросы. Кристина Мина, вопрос. Вы купили новую книгу про Зеленского? Спрашивает будущая теща Андрея. Кристина, да. Ну, там и шутили позапрошлый раз, по-моему, да, по поводу там будущих тещ. Так вот, что думаешь по поводу новой книги о Зеленском? Так там только эти отдельные articles, короче, абзацы отдельные обнародовали, как замануха для того, чтобы все купили. Ее же еще пока вроде не продают, если не ошибаюсь. Ну, куплю, почитаю, может быть, в электронном виде. В бумажном смысла особого нет. Пока только фрагмент. Саша, тебя спрашивают, когда этот секрет Шабанов будет. Это у тебя какой-то у меня летит чат, ты где-то вообще в хвосте, по-моему, там, по-моему, да. А тут Андрей... Я запомнил. Андрей Богдан, пожалуйста, хватит, давайте о реальных вещах, о нашей налоговой давайте. Системе. Я так понимаю, человека взволновали вот эти предложения, которые будут от Миндоходов, далее как стратегия доходов, как изменятся налоги в Украине после внедрения вот этих всех вещей. Все нормально, не переживайте. Активисты против, гражданское общество против, международники тоже против. Пока значит начнут... точно примут. Не-не-не, смотри, идея наших международников, это то, что касается упрощенки, но для того, чтобы перевести всех, скажем, условно, на налоговый учет с возможностью доступа к вашим личным счетам, необходимо, согласно европейским стандартам, обеспечить защиту индивидуальных данных, по крайней мере, ну, по определенным протоколам. Это я так сейчас объясняю, почему надо дышать спокойнее. На протяжении 2024 года будет разрабатываться концепция этого протокола защиты личных данных. Потом ее внедрение – это примерно 2025-2026. А потом, с учетом правила, что налоговые изменения не могут работать раньше, чем через год, ну, на следующий бюджетный период с момента их внедрения, это плюс-минус 2027-2028. В этой стране, в которой мы с вами живем, находясь в 2024 году, загадывать на 2027-2028, это все равно, что себя не уважать. Поэтому стратегия, безусловно, очень хорошая, но ее будут переписывать. Плюс есть еще один важный момент. Вся эта стратегия доходов, она нуждается в законодательной работе. Законодательная работа. Работа сейчас вводится в парламент. Да, давайте, а в давай немножко. Надо голосовать. Короче, чтобы там больше вопросов, ну, как бы так, да, вот, успеть вместить. Мне вот Людмила Шелест пишет: Александр, мы с вами родственники или однофамильцы, там, да, ну, Людмила Шелест, и привет кому, вам. И кто кому еще сейчас о тещах будет рассказывать, да, Александр? Да, кто кому о тещах. Витя Горецкий, сколько в этом году загорится точек в мире? А сколько горит уже? Ну, Ближний Восток горит или еще нет? Тут сейчас как бы с хуситами и с Хизбаллой надо посмотреть и взвесить, что это было. Тление или горение? Два очага тления есть. А вот если загорится, то... Не, я думаю, не загорится. Никто не заинтересован. И более того, тот регион, о котором мы говорим, ну, как бы азиатско-тихоокеанский, он тоже не загорится. Поэтому Даже Ким Чен Ын море синее не подпалит. Так он в воду стреляет. Ну, так, наверное, ж. Типа, пристреливается? Не, я скорее склонен думать, что если шансы есть, то это Ближний Восток, который может разгореться, и причем в очень неожиданной форме. Судя по риторике и по действиям Ирана,
И зеркальной риторики Соединенных Штатов, как рефлексия на Иран, я вот за Иран переживаю. Персы все-таки исторически, ну, сильная НАТО, и боюсь, что их роль, которую они, знаешь, как прокси-силы поддерживают, и Хамас, и йеменских хуситов, ну, она может немножко поднадоесть Соединенным Штатам. Плюс ВПК. Ты видишь, как они работают в части ВПК, в том числе и поддерживая Российскую Федерацию. Так а Ну, чего то ты есть переживаешь за Иран? они источник дестабилизации. Нет, так я не за Иран переживаю, я переживаю за фокус внимания наших партнеров. Там просто 60 миллионов и религиозно настроенных людей, которыми воевать иностранным контингентом, там некому будет поставлять оружие, там надо будет своими вооруженными силами заходить. Ну, вот, или пытаться саудитов в это втягивать. Ну, саудиты этого точно не хотят. Поэтому Ближний Восток, да. Может. Ну, да, А, это, не, ну, там, Венесуэла какая-то сейчас, ну, ну, погоди, в через Африке будет неделю, пару переворотов. ну, через неделю выборы на Тайване, тоже интересный момент. А тут как-то так смешно, Bloomberg описал коррупцию в армии Китая. Говорят, ракеты водой заправляют, представляешь? Прикинь, на воде ракеты уже летают. Вот технологии до чего дошли. Блумберг считает, что просто это не топливо, понимаешь? А китайцы взяли, сделали такую технологическую установку, что воду превращает в топливо. Ну, это после того, как батюшка пришел 6 числа в Киевский горводоканал и осветил водопровод и сказал, что теперь вся вода в Киеве по новому календарю святая. Но я У тебя ничего уже. скважина или у тебя скважина или городская вода? Ну, скважина, по-моему, да. Ну, тогда ты не полетишь, а я полечу. Но погоди, ну канализация это городская. Ладно. Елена, вопрос. Если нам не дают оружие или дают, но очень мало, то какой выход? Оценивать сценарии боевых действий, которые вы можете вести при ограниченном количестве вооружений. Вывод, который вы можете сделать при ограниченном количестве вооружений, то, что вы не ведете наступальные операции. Соответственно, характер боевых действий на 2024 год какой? Активная оборона. Слово «активное» убираете, остается «оборона». Ну вот все. Какие еще выводы необходимы? Если количество вооружений уменьшается в последующем, ворог вечно наступать не может. Ну, потому что тоже есть какой-то определенный резерв сил. Но вы рассчитываете свои действия, исходя из ваших возможностей. Если возможностей нет, то ваши действия отнюдь не активны. Понятно. Андрей Тимошенко. Андрей, а разве не ЦВК выборы президента отменяет или назначает, или в военное время решает президент, выбирать его или нет? Выбором 24-го года быть? Нет. В действующей нормативной базе нет. ЦВК – это орган, специальный орган исполнительной власти, который реализует законодательство о выборах. Законодательство о выборах в период правового режима военного положения не предусматривает проведение избирательных кампаний. Точка. И никаких альтернативных толкований эти положения не имеют. Исходя из двух принципов. Принципов законности и принципа непрерывности. Все. Ну, вопросов больше нет. Это все херня. Те люди, которые даже у Саши на канале рассказывают, что где-то углубились в вопросы выборов, как им кажется, и поняли, что есть вопросы к легитимности президента, ну, юриспруденция – это не их конек. Понятно. Геннадий, я не понимаю, о чем вы. Вопрос о домике Геббельса расскажите и о его новом собственнике. Что это за история? Я не, ну, домик Геббельса, это что? Кто-то купил дом Геббельса? Напишите, что вы имеете в виду. Я не слышал просто. Ну, правда, то есть я, видимо,
Видимо, человек хотел что-то сенсационное рассказать и думал, мы в Друзья, курсе. если Саша не в курсе, то я не в курсе подавно. Фрагмент. Андрей, во время войны в Украине у юристов много работы? По-разному. У кого как? Ну, есть, да. Есть. Есть. Вопрос, как... С какими случаями вы работаете? Ну, то есть юристы сейчас тоже разные. Это первое. И второе, насколько удается достичь результата в той правовой системе, которая существует. Это тоже важно. Ну и тем более есть целая совокупность, если это вопрос хозяйственных споров. Скажем, когда субъекты ссылают на форс-мажоры, почему-то считают, что могут не выполнять свои обязательства. Ну, короче, работы хватает, как всегда. Вопрос только в том, ну, насколько эффективно можно выполнить судебные решения, а лучше до судебных решений где-то не добегать, не доходить. Ну, Да, короче, друзья, всех проблемы. понятно, здесь пишут, Зеленский купил, прям пошел и купил. Ну, Геббельса. Дом, которого принадлежал, прям пошел и купил, да, вот это. Просто мы же это все слышали, там, в Египте какие-то там дачи для якобы родителей, там, какие-то там домики, а в Крыму отняли, ну, где-то отняли, где-то купил, то есть прям поехал Слушай, и купил. там еще была, что жена где-то зашла то ли в Тиффани, то ли, короче, в Ван Клиф, и скупила ювелирных украшений во время международных визитов жена Зеленского. Ну, короче, я... Купили, слава богу. Ну, не было бы денег, не купили бы. А если не купили, ну, вы за руку не держали, чеки не видели, ну, оформление в декларациях не видели. Прикиньте в голове на секунду, что это не самые глупые люди, и, наверное, такие покупки они бы во время войны на себя не делали. Ну, я так что-то предполагаю. Даже если бы сильно хотели, даже если бы архитектура дома Геббельса, я не знаю, как он выглядит, Я тоже, была я бы просто... настолько... Короче, давай дальше. Да. В общем, смотрите, тут мне так нравится... Вообще, мне нравится умный чат, да, вот, отвечает сразу. Так, Вегеринский... Какие 60 миллионов? 83 500 поправляют тебя в Иране население. Вот молодцы, ребята, спасибо, что сразу тут гуглите и как бы... Ну вот и Вот. посчитайте. Владимир Васюта пише, вітаю Андрія і Геннадія з першою десяткою, впевнений, що будуть ще сотня, як мінімум ви найкраще, вірю в вас. Видите, человек, подписчик Дякуємо. Канала Легіст, прийшов і поблагодарив Андрія і Геннадія, його как бы, ну, компаньона, напарника, коллеги, с которыми они делают этот канал, YouTube-канал, поэтому переходите, подпишитесь, вот видите, все замечательно. А я вот своих, как и просил в Telegram-канале, ну приходите, напишите, я в ТГ Шелест в чате трансляции. Не приходят. А ты им всем сказал просто переходить в Telegram-канал, недавний телеграм-канал, недавно созданный, я бы так даже сказал, да, нашего прекрасного Константина Бондаренко. И вот теперь имей на свою голову. Все живут там. Все ждут Константина Петровича с его комментариями и шутками. Да, спасибо большое. Его сразу пишет Елена, Кристина, что я в ТГ-шелест. Друзья, тут... И вообще, мне очень нравится, что пишет там, допустим, там Елена Романова, говорит, закругляйтесь. Я просто человек, который, ну, как бы я там в молодости, да, там конферансом занимался, там концерты вел, площади большие, там, там в Луганске дни города, вот эти все, там Потап и Настя вот туда приезжали, большие шоу там были, да, вот я был ведущим тоже там. Вот я вот очень люблю такие вот эти как бы сообщения. Все, закругляйтесь, все, хватит, понятно, да, все, достаточно. Елена. Анабис не будет никаких? Елена, закругляемся, все нормально. Анабис, тут тоже в чате писал, Саня, поздравь всех с Рождеством. Ну, так давай поздравлять всех, ребята, с Рождеством и с большой благодарностью за то, что проводите время, да, и в сочельник, вот по тому стилю западному, и вот непосредственно Рождество сейчас, в этом году, вместе с нами. Божьей вам благодати, благословения, пускай там Дева Мария
своим покровом накроет от ракет, шахедов и всяких обломков после работы ПВО. И, конечно же, ну, берегите друг друга. Прям вот переживайте друг за друга. Пускай вы лучше будете переживать друг за друга. А что там в этой стране, в этом мире, в этом всем идиотизме мировом происходит, мы по воскресеньям вам с Андреем расскажем обязательно. В легкой, сатирической, но одновременно не обделенной содержанием форме. Христос народився. Бережіть одне одного. Да, слави моего. Ребята, всех с праздником еще раз. Увидимся обязательно через неделю. До скорого.